Днем 5 сентября на железнодорожном переезде, который находится на Лихвинском проезде, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Нивы не справился с управлением и вылетел на обочину, где снес семафор. Затем машина перевернулась и легла на крышу на железнодорожных путях. Водитель автомобиля, судя по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет. Сергей Стариков, Телетур.